На радость нахабинцам самым их четвероногим друзьям. В парке имени Карбышева открытая площадка для выгула собак. Подрядчик, выполнявший работы, установил на территории 4 дрессировочных снаряда. Трап, бум, барьер и стойку с шиной для особо активных питомцев. Для поддержания чистоты здесь размещена и специальная урна с пакетами. Площадка – один из самых масштабных проектов программы «Малые дела». Это порядка 300 квадратных метров с мафами, с песком, с урнами, с лавочками, чтобы было комфортно выгуливать своих любимцев. Внутри парка удалили сухостойные деревья, которые были в зоне падения на данную площадку. Произведена была срезка грунта, вертикальная планировка территории с последующей подсыпкой песка и щебня. Использовалась строительная техника в виде экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков. Завезли плодородный грунт. После того, как нарушили плодородный слой, территорию восстановили, прилегающую территорию. Площадку для выгула и дрессировки собак установили по просьбам местных, проживающих поблизости, на улицах Паркова и Карбышева. С поставленной задачей бригада рабочих управилась за 2 недели. Сам объект типовой, говорит подрядчик, и соответствует главным требованиям – мягкое песчаное покрытие и ограждение из плотной сетки, чтобы даже самые маленькие любимцы не смогли выбраться наружу.